Развить культурное наследие и создать положительный имидж Смоленщины – главная задача проекта. Для этого необходимо собрать команду активных жителей Десногорска. Именно с этой целью в Десногорск приехала руководитель проекта Елена Агафонова. Свой многочасовой семинар она начала с обучения участников по программе «Школа профессионального гостеприимства». Всем присутствующим раздали учебные пособия и сборники методических материалов. Участникам подробно рассказали принципы профессионального гостеприимства. Им объяснили основы экскурсионной и культурной деятельности. Были рассмотрены темы отдыха, развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания, экскурсий и выставок. Мы ищем лучшие образцы, и на их базе, понимая, что вот он, да, близкий идеал вариант, на их базе создаем свою модель. В процессе семинара сформировалась десногорская команда. Ее разделили на две части. Инициативная группа уже в процессе обучения смогла предложить две идеи больших проектов для города. Выбор проекта, который будет реализован в Десногорске и на базе какого учреждения, остается за командой. Мы надеемся, что сильная энергия Десногорска поможет команде продвигаться дальше. Все результаты самого проекта, который сегодня рождался, будут только в октябре. Видны. Все свои идеи на тему, что можно предложить гостям Десногорска, команда города будет презентовать 25 апреля в Смоленске. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.